У меня есть несколько... Снимается же, да? Ненавистниц женщин есть у меня среди наших подписчиков. Вот у тебя нет ни одной, кто бы тебя ненавидел, а у меня есть. А мои ненавистницы, они подписываются мужскими именами просто. А. Ну, они такие, потому что. Ну что, мы тогда всем ненавистницам покажем, как правильно варить раков. Повторяю, ребята, это мой способ варки раков. Причем мой способ без использования укропа свежего или сухого. Mm. Да. Смотрите. То есть вот традиционного вот ну, этого, конечно, да? Соль. Соли должно быть много. Вода должна быть пересолена. Это очень важно, чтобы раки были правильно посолены. Поэтому вы можете класть соль. Я это кладу на глаз. Потом попробовать эту самую воду размешать, чтобы она была откровенно пересолена. А это у нас именно способ варки раков, да? Да. То есть это не просто что-то как сварить раков, их съесть. Отлично. Вот у меня моя любимая Санта-Мария, тмин. Вот у меня тмин – это альтернатива укропу сухому, зонтичному или свежему. Слушай, а у меня тмин ассоциируется с какой-то Прибалтикой почему-то. Тмин, ну хлеб, да? Потому что. Рижский, да? Вот у меня чуть-чуть семян фенхеля. Ага. Тоже хорошая вещь. Тмин, фенхель. Да. Тмин, фенхель. Вот у меня чуть-чуть белого перца. Это круто. Раки еще не пробовали. Еще не пробовали сочетание. Да. И вот у меня чуть-чуть кориандра. Все это Санта-Мария. Моя любимая Мария, которая Санта. Вот у меня шматок яблока. Кориандр это просто песня. Песня. Бородинский хлеб. Кусок яблока. Яблоко? Яблоко. А зачем? Для понту. Для вкуса. И вот у меня кусок сладкого перца. То есть они в таком еще и бульончике будут, да? Конечно. Ну, бульончик этот там пить-то не надо, с бодунца особенно. Вот у меня жгучий перчик. Я его разрежу, чтобы лучше... С семечками туда прямо. Выдать, так сказать, вкус. Угу. Все, теперь я могу... Слушай, как интересно-то. Чуточку увеличить нагрев, и туда бросаются вот они... Раки живые, это видно. Вот они, да. Они жрут. Ну, важно, чтобы они жрут. Были живые, да. Жрут. И, ну, это жестокий процесс, но я ничего с этим не могу поделать. Не я первый, не я последний. Слушай, ну, есть какое-то оправдание, кстати, вот ребята тоже можете нам рассказать, так это или не так. Есть легенда, что вот эти вот, как они, членистоногие, да, по-моему, они... Угу. Они же хладнокровные, и у них якобы там болевые ощущения совершенно другие. Есть теория, что их нет вообще. Не знаю. Но иначе тогда инстинкта самосохранения бы не было, да? Если ну, бы, наверное, да. Не было ощущений. Так что это, наверное, обман. Но напишите, вот. Нам интересно. Всё, причем очень важно правильное время их варить. Вот. Многие переваривают раков. Я им дам, вот сейчас смотри, видишь, раки холодные, другие компоненты холодные, вода перестала кипеть, хотя она кипит. Да. Как только вода закипит, снова, ну она уже находится, вот сейчас предпосылки закипания второго есть уже, как только она закипит, слушай, ну, я они думаю, начали краснеть на глазах. Ну, естественно. Как только она закипит, я буду их варить минуты три. Всего. А потом выключу нагрев. Угу. И они постоят еще минут 10-15 так, потому что они начнут насасывать в себя соль при там, условном остывании. И вот тогда они будут готовы. Раков надо всегда подержать в сфере отвара, чтобы они напитались солью и ароматами. Тем более у нас да, тут вон поэтому, яблоко. А если ты их держишь долго, они по сути будут продолжать вариться. Да. И самого кипячения должно быть очень немного, чтобы они были сочные и чтобы не было такой рыхлой у них консистенции в шейках. Вот если так. Долго, то они переварятся, да, и да, станут вот такие волокнистые, рыхлые и так далее. Ну вот да, они уже в основном ну, покраснели. Раки здоровые, но есть в них можно только вот эту шейку, да, на самом ну, деле. Ну и клешни. А, кстати, это да. Я всегда высасываю еще из головы. Клешни есть, да. Они маленькие, но... А, и голова, кстати, да. Да, она вкусная, там вкусно. Все соки. Раки – это популярная тема, на самом деле. Мне кажется, что раки зайдут очень хорошо. Хочу сказать, это не дешевое удовольствие, на самом деле. Да. Я покупал их, ну, понятно, в разных регионах, местностях они по-разному стоят, да? Я покупал их в Москве в одном крупном сетевом, хорошем, ну, средней руки гипермаркете продуктовом. Значит... Там цена больше 2000 за килограмм. В килограмме написано от 6 до 13 крупных раков. Ну вот. Да. То есть вот эти раки, это на 1000 с чем-то. Так что, ребята, это такое удовольствие, конечно, не дешевое. Ну а мы хотим от вас, ребята, не 1000 с чем-то, а мы хотим 10 тысяч от вас. Лайков. Лайков. Вот
когда мы получим 10 тысяч лайков за способ варки раков, я покажу, как сделать уже из всего того, что останется от поедания раков, от каркасов, от хитиновых всяких слоев, от очистков, по сути говоря, как из этого сделать вкусный суп. О, или соус, как такое. В зависимости от консистенции. Так что быстрее ставьте лайки. Вот все, закипание второе пошло, откровенно. Вот, и теперь... Они покраснели, кстати, очень быстро. 2 минуты кипения, и потом я выключу нагрев к чертовой матери, и дадим им постоять 15 минут, и потом будем подавать. Ты говоришь, 2-3 минутки буквально? Да, да, этого достаточно. Ну, бывает, если ты омара варишь, тогда, конечно. Ну, чтоб он, да, масса больше, чтоб он проварился. Зато они больше не будут жрать друг друга, как они это делали. Совершенно недавно. Ну, собственно, я уже сейчас вот-вот-вот-вот-вот и к чертовой матери их вырубаю. Все. Ждем 15 минут. Ждем. У нас как в сказке. Вот прошло 15 минут. Ну, у нас реально прошло. Ребята, можно и 20 подержать, можно и полчаса подержать, на самом деле, да, я просто минимизирую, мы это все-таки съемочный процесс идет. Понюхай, как пахнет отсюда сейчас. Так, я правда аниса этого надышался или что там? Да. Ну, сейчас я просто выложу раков. Ой, какие красивые. Маленьких вниз, больших вверх. Да вы знали, что у них разного размера клешни? Правая большая, а левая маленькая. Так я это показывал на яйцах, помнишь? Обезьяны. Нет, на яйцах обезьян. Ну, когда мы обезьяну готовили с тобой. А! Ну, я так выложил, я сейчас для понта. Вот он, без ничего вообще. Слушай, яблочки туда же прям. Она, почему кстати, нет? А почему нет? Они очень ароматные. Вот это яблочки. Интересно, кстати. А перчик? Перчик пойдет тоже. Как здорово-то, а? Ну, реально, я не видел, чтобы добавляли вот яблоко или что-то такое. Это Илья Исаевич у нас играет. Вот так вот. Вот так, ребятки. Собственно, беспонтово тут надо просто брать и есть. Собственно. Брать яблочко и есть. Тоже можно съесть, кстати. А почему нет? Ну, собственно, конечно. Вот, ребят, ну мы договорились, что когда мы этих раков съедим, из очистков, из каркасов, из голов, хитина мы, вот этого, я готов сварить для вас суп, показать, как варится шикарный суп, который не стоит почти ничего, а вкуса у него вот так вот. Можно соблазнить ни одного человека этим супом во всех смыслах. Но если мы получим 10 тысяч лайков за этих раков, тогда мы вам выплюнем в эфир утилизацию отходов. Шикарный суп из раковых очистков. 10 тысяч и рецепт ваш. Больше не надо, да? Не ставьте нам больше 10 тысяч лайков. Подписывайтесь на канал, если вы, не дай бог, еще не подписаны на это чудо. А мы с вами прощаемся. Как всегда, спасибо, шеф. Делитесь ссылками. И пишите комментарии, мы не возражаем. Строчите, строчите. Зеленая лампа и ночью. Кто же не строчит 18 лет? Да. Ну, это отличная штука, кстати. Вот это лакрица-то, да? Вот она. Лакрица, вот она, да? Нет, это самое, фенхель. А лакрица это анис. Нет. Нет? Или это набор тоже? Лакрица это лакрица. Это лакрица прямо? Я корень использую сейчас. Да? Это вот такие конфеты черные скандинавские. Да, я очень люблю жвачки. Да. Я их прям кучами всегда беру. Я стал злой и жестокий, и агрессивный. Потому что я в таком мире живу. Да. И грязный. Да. А я как живу... был грязным, так и есть грязный. Мне в этом смысле проще. Да, ты не это. Лукавить. Ага.